Еще раз поздравляем всех с наступившим Новым годом, наступившим Рождеством. Сейчас началась святочная неделя, но так как мы уже люди взрослые, и все, что загадано у нас уже по большей части сбылось, гадать уже нам не стоит. Поэтому мы решили немножко отвлечься от домашних дел и поиграть в игру под названием «Угадай, чем накормили». Желаю всем приятного просмотра, развлекайтесь вместе с нами. Вот сидят мои мальчики с завязанными глазами. Сейчас я их буду кормить. Всем привет! Они будут угадывать, что они съели. Да, сейчас нас накормят, я чувствую. Так, с чего бы мне начать? Маленькие кусочки разных продуктов. Так, сейчас мы начнем, пожалуй. Так. Всем будем давать мы разные продукты. Ну? Это огурец соленый. Так, молодец, Боря. Это что-то из банки, из консервированного. Но, похоже, то ли огурец, то ли кабачок, что-то такое. Кто угадал-то, чего? Ну, Боря угадал. Но... Ну, что-то из консервированного мне попалось, по-моему. Это не чистый продукт. Консервированное, но что именно, ты не сказал. Так, ладно. Поедем дальше. Консервированное нечестно. Все честно. Так. 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 Ну, у меня салатка соленая. А я не знаю. Толик угадал. Боря не знает. Это что-то с чесноком. Это то ли зелень. Ну, мы сейчас местами поменяем тогда. Так, проживали? Запить. Так. У меня солено во рту. Соленого сала дали мне. Как насолил. Боря, тебе дать водички? Нет. Да, после такого сала так, соленого. Проживали? Да. Так, сейчас я тогда дам Боре. Отсчет-то какой у нас? 1-1. 1-1 нет. Сколько отгадали-то? Сколько отгадали, сколько не отгадали, считай. Ты давай ешь. Ешь. А. Так много надавали-то. Это. Это то, что вы не угадали. Да после соленого сала тяжело отгадать. Мне после зелени. Так, понятно. Короче, два ингредиента подожди. Были не угаданы. Ну что-то растительное такое. Это помидор. Даже не знаю, что это такое. Да хоть ответы хоть говори потом, что это такое. Ну, потом-то я вам скажу. Ты, когда мы скажем тебе, что это такое было, ответ говорит, ты говори. Что-то все равно маринованное опять. Не знаю. Маринованное нечестно давай. Что значит нечестно? Одно не маринованное, но соленое. Соленое? Да. Блин, ну это не огурец, это... Это... Блин, что соленое такое может быть? Даже не знаю, что может быть такое соленое. У меня вот что-то попалось. Сдаюсь, корешкой. Это был чеснок соленый.
Обалдеть, я не узнал чеснок соленый. А у Бори был баклажан. А, ну ладно. Я даже чеснок соленый не узнал, обалдеть. Ну на, теперь, может, узнаешь. Ошибки бывают. Сейчас узнаю огурец соленый. Это сало. Это сало. Соленый. Кто так солит? Кто-кто, дядя Толя. О боже. Дай ему воды. Помыть надо было сало. Прежде чем нам давать. Соль отрезала. Соль счистила, отрезала кусочек и все. Надо было из середины вырезать. О, хитрый. Где не было соли. Сало вкусное, но соли очень много. Да, соли очень много. Там мы испортили этим салом все вкусовые качества. Да. Теперь вообще не написать, как можно что-то отгадывать. Ой, ну я готов. Ну ладно, раз ты готов. А это тебе. Молодец. Это лук зеленый. Молодец. Так, пока ничья. Ничья вообще, надо, чтобы кто-то из нас троих выиграл. Сколько отгадали предметов-то? Семь было, а сколько отгадали мы? Два не отгадали. По два не отгадали, да? По одному не отгадали. А, по одному не отгадали. Так, ешьте давай. Ой, фу. Не сейчас такое во рту творится, ужас. Математикой. Ужас. Так. Это грецкий орех. Молодец. А у Бори? Это семечки. Молодцы. Угадали. Готовы к дальнейшим подвигам? Да. Да. Ты этого еще не ел. Заешь. Это лук. Молодец. Ну, это хлеб. Ну, молодцы. Это хлеб. Это лук. Ой. А. Вот я посмотрю, когда я вас кормить буду. Это орех грецкий. Ох, я вас накормлю. Да. Это семечки. Прожевали? Угу. Ну что, по одному предмету мы не угадали? Нате вам, десерт. Это конфета. О, ну молодцы. Вы думаете, не отгадали только по одному предмету? Да, победила дружба. Игра продолжается. Вот теперь вот два пострадавших у меня. И я их буду кормить вот этим. Пусть теперь они угадают у меня, что и чего я кормлю. Так, начнем мы, наверное, вот с такой вещи. Так, думаю. Так, давайте начнем, наверное, вот с этого. Нет. Вот с этого. Так. Это тебе. Так, пока пробуй. Так. Картошка сырая. Ну, угадала. А это тебе. Это сырая картошка? Нет, не угадал. А, это свекла. Да? Ну ладно, засчитай. Засчитаем тебе это. Так, сейчас мы вам дадим вот такого. Так, тебе дадим вот это. Вот такой интересный предметик. А тебе... я не буду это есть, это жир. Можно не есть, угадала. А это тебе. Фу. А, Боря интересно. Боря заинтриговала, что ему дали. Пробует, не может разобрать. Там кошка у нас дичает. Так, Боря... Что-то знакомое, но я не знаю, что. Так, Боря не угадал. Я пока не скажу, потому что сейчас отдам это Галине. А Боре дадим мы другое.
Так, пока Боря пусть прожевывает это. Мы сейчас Глине дадим вот это. Боря не смог это отгадать, что это такое. А это теперь Галина такое же самое. А Боре мы дадим вот это. Ну-ка, Боря, открывай ротик. Опа! Яйцо вареное. Так, ну, Галя угадала. Это было яйцо вареное, Боря, понял? Это морковка тертая. Угадал, да? Морковка тертая. Че, еще яйца успел сварить? Яйца варить? Я не знаю, я так нашел. Так. Так. Дай-ка дадим вот такую штуку сейчас. Это будет Галина кушать у нас. Так. Че, яйцо подавилось? Да. Так. А вот это будет Боря кушать. Вот это. Оп. Огурчик соленый. Масло. Угадали. Так, ладно. Так, теперь мы дадим вот это Боре опять. Вот эту такую штучку. Это уже дубль 2 такой интересный. Очень интересный. А вот это мы сейчас дадим Галине. Свекла? Галя угадала. А Боря опять в затруднении. Желток? Боря опять угадал, все-таки догадался. Так. У меня такие, потому что острых нету таких резких, как давала Галя. Там чеснок, лук. Я делал это. Так, это дадим. Галя еще не давали. А вот это дадим мы Боре. Орех грецкий. Конфета. Батончик. Где его взял? Где его взял? Батончик конфета. Батончик был ведь? Какая это была конфета? Ну, конфета. Из Андрюшиных подарков. Батончик. Фу. Фу. Так. А Боря что, отгадал? Ты же знаешь, орех грецкий. А, Боря отгадал орех грецкий. Так. Так. Что еще, кому что не давали? Так, вот это мы сейчас дадим Гале. Вот такую кашицу. Ай, фу. Фу вообще. Как вкусно, морковочка тертая. Морковочка тертая. Ну, вот это... Чтобы с чесноком, да с майонезиком бы. А, вот это дадим Боре. Ну или с сахарочком. Вот такой просто. Шарик козий. С колодца там. Ну как, Боря, что это такое? Не знаю. Че, проглотил? Ешь. Говори, что это такое. Жир. Жир, угадал. Так, ты у нас только один не угадал, да? У нас только одну не отгадал. Так. Так, ну не ешь, тебя не заставляют есть же. Так. Вот это мы еще, не знаю, кому-то я не давал вот это я. Кому-то я вот это не давал, а кому не знаю, не помню кому. Ну, вот. Ну ничего, по второму кругу, если что, пойдем. Так, вот это дадим Боре тогда. Может, по второму кругу Боря отгадает. А вот это дадим Гале. Это огурец соленый. Так, угадал. Я тебе давал огурец соленый? Нет, значит, все правильно дал. Вареный желток. Вареный желток. Правильно, значит, да. Так. Ну, осталось еще у меня тут вот это Боре. Ой, вообще, это такой кубичек интересный, страшный. Фу, Боря, осторожней только. Конфета. Вот тут тоже такой же кубичек, тот же самый. Ой, фу, страшный. Можно я масло есть не буду? Масло есть не буду. Ладно, можно масло не есть.
Так. Нет, джурнал плохо потом. Ну, я не знаю. Так. Так. Вот это, наверное, еще Боря не давал. Вот это. Так, сейчас мы Борю угостим вот этим. Ну-ка, Боря, открывай рот. Вот тоже кубик. И вот попробуй отгадай. А вот это тебе. Это картошка сырая. Отгадал. Орешка. Орешка. Ну, давайте будем. Ой, вот это что такое-то? Боря, а вот это-то что такое? Фу, слизкое. Мягкое. И вот это еще фу. Это яйцо вареное. Да, ты мне давал уже. Давала. Так я уже просто скармливаю все, что осталось у меня. Я просто скармливаю все, что осталось. Еще хотите? У меня еще есть тут. Ну, молодцы. В принципе, тесты прошли более-менее. Боря со второго раза яйца угадал. У нас третий раунд. Сейчас я буду давать сначала дяде Толе. Открывайте рот. Нифига себе, такой объем. Ну уж извиняюсь. А это тетя Галя. Ну, это сырая картошка. Да. Но. Ну, морковка. По вкусу, скажем, нож был жирный. Да-да-да. Ладно. Резал ты этим ножом перец. Из банки. Да. Рваный. Дальше. Потому что тут все смешалось. Обалдеть результат. Просто чисто все. Ладно. Не суть, как важно. Это дядя Толя. Что-то кажется сладкое с перцем. Но. Вкусно так. А это будет тетя Галя. Это все ели, мне кажется. Но. Хлеб. Это капуста. Хлеб с маслом и солью. Да. Обалдеть. С маслом и растительным. Да. Тебя хотели обмануть. Угу. А мне капусту накормили. Ну, кого чем. Дальше. Это дядя Толя. Подожди. На это он отгадает, это легко. Ну, давай. А это тетя Галя. Это свекла. Огурчик солен. Угу. Это свекла, да? Да. Так, это следующее. Ржевали? Честно скажу, мне тяжело было привезти свеклу. Здесь ты мне две скормил. Ну и хорошо. Это дядя Толя. Сюда стекло. Потому что тут сейчас сок. Да. А это тетя Галя. Ну и морковка. Да? Я же поверила перец из банки. Да. Следующее дяди Толи будет вот это. Это виноград. А тетя Галя? Ягоды от винограда. Да, правильно. А это тетя Галя. Они с косточками, я их быстро угадал. Косточек не было, может быть, еще и погадал бы. Орешка грецкая. В каком-то сиропе, блин. Да. В варенье. Кому огурец я не давала еще? Я уже ела огурец. Это... Я уже тоже ела огурец. Нет. Ты Галя кормила. Дядя Толя, это вам. Огурец. Да, сразу. Ты сам сказал. Кому еще не давал бы огурец? А, все, у меня слиплось, короче, тут. Блин. На этом холодильнике, наверное, после вас хаос? Нет. Смотрите. А это тетя Галя. Какой там хаос? Мы все съели уже. Виноград. Угу. Из компота. Компот. Дяди Толи. Так, это было не... Нет, вот это.
Это дядя Толя. Это вот из банки перец или что-то такое. Да. Угу. Вкусненький, да? Ну, а это тетя Галя. Тебя не кормила? Капуста. Да. В сиропе. Потому что... И в масле. Все вытекло? Да. Ну, ничего страшного. Он этим сбивает. Это дядя Толя. Он нас запутывает этим. Это хлеб. Да, правильно. Да, это хлеб. Закусите с хлебом. Ешьте все с хлебом. Так. А это тетя Галя. Свекла. Да. Да. Так. Кому так... Что я кому еще ничего не давал? Кому еще ничего не давал? Скормлю все. Картошка. Ой, кап. Кап. Дядя Толя. Да. А я это ел. Да, уже я понял. Я это ел. Это уже с сиропом все пошло. Угу. И с маслом. И с маслом. Да. Вот так вкус. Все сладкое такое. Вот это тетя Галя. Уже тяжело отгадать будет, если что-то он эксклюзивное подаст. О, картошка сырая. Да еще так много. Да еще так много. Какой ужас. Да, такой ужас. Ты еще попробуй эту свеку с морковкой отгадать, когда ее много. Я утром, наверное, в 5 утра побегу в туалет. Это последние дяди Толи. А я где-то все. Да. Совсем с маслом. И с... Молодцы, никто не ошибся. Ну, потому что все было в сиропе. Я выиграла. Да. А кто выиграл? Ты кто проиграл? Я выиграла. Надо считать очки. Не, еще. А теперь пишите в комментариях, кто из нас победил. Подписывайтесь на наш канал, заходите в гости. Всего вам доброго!